have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Давненько мы не заглядывали в Horrific Housing, и, в принципе, давненько не было с нами кота на Роблоксе. Надо бы его поприветствовать отдельным лайком, пожалуйста. Так вот, да, поехали мы сегодня немножечко побезумствуем, потому что основного какого-то смысла здесь нет, а просто поугарать, почему бы нет. Ну, собственно, это как раз такой режим, куда в одиночку и не зайдешь, поэтому кота притащить за ухо было обязательно. Чё думаешь? Ну, крутая игра. И это твердый факт. Да. А вот тут Санс. Прикольно, я так давно не видел таких. Вот у меня вот... Бонг. О, давай, Бонг и Санса. Блин, это плохо прозвучало. Ну ладно. Ба-ба-ба-ба, в смысле ринг, в смысле арена, мне не надо. Бей мартышку. Зачем? Почему у всех был меч, а у меня был Бонг? Все, я убил мартышку. Вита кок, епарас, это Вита коко. Понаблюдаю тогда за... Что, как меня убили? Понятно, я собрался понаблюдать. Ладно, тогда вернемся к следующему раунду. Почему я не видел, сколько у меня хпшки? Что это за говно? Вот так вот это было. Итак, ребятушки, у нас голосование за следующую карту. Давайте Sideways выберем. Кстати, к нам пришел наш подписчик Воник. Поник, привет, чел. Рад тебя видеть. Спрашивает, помним ли мы его. Помним ли мы человека, который попадает практически в каждое наше видео по Роблоксу, когда мы снимаем, ну, когда не я один снимаю. Я выбрал маст. Хорошо, рад за тебя. Подвинулся. Так что, да, Поник, привет тебе. Спасибо, что подошел. Надеюсь, ты это видео теперь смотришь, в котором ты был. Мама, я в телевизоре. Так, оу, мост? Зачем ты это выбрал? Я сначала как подумал, а потом как подумал. Блин, где мы? Что это такое? Это мост. Ну хорошо, радуйся, что это два дома, а не дом 2, знаешь? Тут есть свои плюсы. А, да. О, Макдональдс. Да, мы еще, кстати, заехали в Макдональдс. Чувак невидимый пытается меня вытолкнуть и думает, что я этого не замечаю. Ну, типа, камон. Тут есть невидимый чувак. Он с нами на крыше. Я не вижу его. Спасибо, Кэп. Просто капитан... Опа! Капитан Очевидность. О, можно скрафтить что-то. Пикл Рик. Рикл Пик. Вон он с другой стороны. У них дом, кстати, исчез нафиг. Смотри, видишь внизу этого чувака с наковальней? Да. Вот он невидимый. Вот ты его видишь, а вот он невидимый. Теперь я его вижу. Ну-ка. Федора? Да, спасибо. Я чуть не умер. Теперь у меня шляпа с Федорой. У чувака радио нет. Если он сейчас включит что-то с авторскими правами, то будет... Да. Кабум, yes, Рико, кабум. Так вот, почему они дали Федору единственному человеку, у которого цилиндр? Вы как бы, ну, я стал реально Wide Loops-ки. О, замок. Ты ж, ёпперес, это замок. У страха глаза велики, да. Да выпустить? Я что, я реально не пролазю, серьезно? Да ну. А, пролез. Мне пришлось... Посмотри на этот ковер из котов сзади. Это уже не плащ, это просто ковер. Я залез и... Подарок. Так, а что это у меня? Петрел подарок. Я знаю, что это. Я уже тоже вижу, что это такое. Давай, ракета... Тебя атакует. Быстро, ракета в них. Ну, так я в них и ракетнул. Да нет, тебя атакуют. Ты сейчас сдохнешь. Черт, я же... Блин. У тебя хитбоксы большие. Да, вон тварь невидимая. Да, тварь невидимая второй раз совершала на мне... А ты-то как сдох? Я подавился. Ага. Имя вот этого чувака, я не знаю. Чел, зачем ты так грубо с собой? Так, невидимка... А, так, собственно, Поник у нас и был невидимым чуваком. Ну, нормально.
Да ну, Воник, он меня всегда убивает, если он в нашем выпуске. Минуточку, ну это же разве делают не все те, кто приходит с нами? То есть это же веселее. Зачем нам неприкосновенность? Кстати, он тоже вылетел. И кто там супердебил? Так вот, да, супер пацан, который... Вот. О, один человек сейчас догорит, прикольно. Еще один сгорел на работе. Давай. А, может он догорит, а может он захлебнется в жиже, погоди. Не теряйте голову на работе. Еще один, да. Не-не-не-не-не, зачем? Зачем ты пытаешься спастись? Зачем ты пытаешься спастись? Тебе нужна вода, чтобы потушиться, давай. Твоя душа горит. Ну, есть, догорел. Зайду я в секретную комнату. Не, ладно. Вот, так к чему я тогда говорил, Рейтинг. Что зачем нам какая-то неприкосновенность, если мы играем со всеми, если мы играем с подписчиками или ребятами, которые скачали к нам видео, то я не против, чтобы они нас мочили, мы их тоже будем мочить, да я и тебя подставляю частенько, так что да. с моей стороны это нормально, это приветствуется, вот, обижаться за это такое глупо, вот, так что мне норм. Итак, у нас сплиф. Сплиф. Как будто кто-то сыпелявый. Знаешь, такой сплит. Сплиф. Рычище площадку. О, нет. У меня сосед. Чувствую. Не дам ему войти сюда. Блин. Я случайно растоптал плиточку рядом со своим домом, как я мог. И из-за Воника чуть не умер. Вот, видишь? Вон бегает банан, для сравнения. Зачем ты так поступаешь? Они меня чуть не убили. О, кто-то кустика открыл. Убью этого вона с вона. Это звучит как открытое противостояние. Неужели это оно и есть? Блин, что, почему я зомби? Ты зомби. Трогай других, они тоже превратятся в зомби. Я зомби с огнетушителем. Я не пойду никуда, я что, дурак, что ли? У меня и так одна нога осталась. Ты хочешь, чтобы я еще быстро бегал? А, кто тут ассасин? Я думаю, я знаю, кто это. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть мяу. Да. Супер пацан тоже улетел. Погоди, мы что, втроем остались? Я думаю, что обезьянка это убийца. А, не, он банан еще бегает. А, банан тоже улетел. Банана больше нету. Он так красиво просто ушел. Хух, отскочил от плиточки. Reject modernity, embrace monkey, блин. Дайте я стану зомби-макакой. Вот, ну, серьезно. О, у меня буст, я мартышка. А, вы оба макаки? Да. Унга-бунга. Блин. Две макаки и зомби. Неплохо. Две макаки и зомби зашли в бар. Ага. Погодите-то, что мне? Не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу. Я не буду начинать игру. Иди сюда, обезьянка. Стой, тайлы останавливаются? Восстанавливаются, в смысле? Нет, блин! У вас лайфлайн? У нас лайфлайн. Что будет, если я его убью? Я тоже умру. Блин, дохните скорее, хочу выиграть! У меня тут эта игра с Сансом пошла. Дохните скорее! Он подыхает! Так. Я пингвин в мартышку, понимаешь? Блин, меня убил Санс. Нужно быстро. Давай. Мартышка. Блин, хватит убегать, ах ты тварь такая. Дзынь. Умри. Дай, Барт, у меня всего лишь 50 секунд, чтобы его убить, понимаешь? Ахаха! Ты его убил? Нет, он упал. Но ты выиграл или нет? Я выиграл. Хорошо, хочу давай мастики. Бриджес. Мастики веселые.
Веселики мостовые. Фига себе, чувака, скинчик. Максимум LD. Еще и танец неплохой. Оп-оп. Так, ну хорошо. Поехали на мостике. Надеюсь, что будут. Да, будут. Какая же тут приятная музыка фоновая. А какого, извиняюсь, фига? Ух, я чуть не... Ох, где мой дом? Прикинь, я чуть не сдох, когда вышел. Я заспавнился в чужом доме. У меня нету дома. Привет, чел, да, я тоже рад тебя видеть. А у нас котяра бездомный. О, там с тобой ходит Subject, она идет к нам. Она упала? Нет, она не упала, жаль. I've got no more house to give. Блин! О, йоу! У тебя все в порядке? Нет. No, man. Давай, я верю в тебя. Ага. Веришь, что как я буду падать? Ладно, я опять понаблюдаю за тобой. Сегодня как-то не прет. Ну, такое бывает, на самом деле. Эта игра абсолютно рандомная. Ракеты на Луну. Давай, посмотрю за тобой, как ты сядешь в ракету. 17 секунд, быстрее, лети. Я там... Ну, ты, конечно, выглядишь жестко в противогазе. Зачем тебе пистолет в космосе? Пошел. Давай, зомби, ты меня не догонишь. Он меня догнал! Два зомби полетели на Луну. Ах ты, тварь, я тебя не люблю. Сыром подавись. А зачем ты... А, ты на Луну... это и есть Луна! Ракета на Луну — это просто лифт? Да. Прикольно. И что, я не уверен, что я такое раньше видел. Ну, теперь я буду ждать. Давай. Мне ничего не сделают, понимаешь? Давай посмотрим. Ой-ой! Мне ничего не сделают, бздынь! Чёртов рандом! Чёртов рандом, да, он тут абсолютен. Ладно, ждем следующего раунда. Так, продолжаем. Давай... Да, давай стадоки, я не против. Посмотрим. Чёртова инфляция, чё ж ящики так подорожали в цене? Все в мире сейчас дорожает. Ну, жизнь такая. Все дорожает. Итак, любой чих в любую сторону... Равняется. И ты умер. Да. Не так на тебя посмотрят, так. И все. Бэнь-бэнь-бэнь-бэнь. Слушай, не рискуй. Мы тут с чуваками синхронизировались, погоди. Практически. Не рискуй, и начал прыгать, нормально. Ага, синхронизация. Ну-ка, банана. Так чувака с этим банан так и зовут. Ну-ка, по Рождеству. Ага, вон чувака располовинили. Девушку, возможно. Кто-то сажал много бобов. Так это твои же бобы, фиг ли ты в них задыхаешься? Ладно. Слушай, если чуваку, у которого половина хп, попадется вот это вот, отнимется половина хп. Нет, ты не понял. У них. О, нет, наковальня. У них просто хп в дважды больше становится. Чувак, я увернулся от наковальни. Красава, лети на Луну. Я не могу. Я не могу. Помоги! До свидания. Главное, ты видишь, что написано Silver got recrolled, и после этого рекролл улетел вниз. Да. Я посмеялся на своей похороне. На своих похоронах. На какой языка ты сейчас это сказать? Так, Easter Bunny. Я Easter Bunny, за что? Разноси этим людям кролики. Разноси этим людям лица. Да. Ну. Убей розу. Ну как бы. Банан просит. Она не хочет розу. Уи! Роза предательница. Бананчик куда-то уехал.
Банан не любит розу. Subject. Так. Так, кто горит? Посмотри-ка на чувака у тебя в менюшке. Ладно, рядом с тобой прыгает. Я вижу попкета. 6 на 10 плюс 60. Что это за математическая олимпиада, блин? Какого фига? Раньше такого не было. Я просто... Ну, это легкий вопрос, но я просто не ожидал такого. Оно было такое, ты забыл. Ну-ка. Если ты мартышкой будешь. Ты стал мартышкой. Нет. Я съел яйцо. У меня буст. А кто же мартышка-то? Я не вижу отсюда. Ты мартышка. Нет, вон, видишь? В красном домике мартышка. О, понял. Ладно. Я кролик. Ты что-то у тебя зоологии не очень. Смотришь на кролика и говоришь, ты мартышка. О. Фигня прилетела и сбила ровно пол хпшки. Ну, повезло чуваку, что ему удвоили хпшку. Уии! Я люблю свой чай настолько же, как эта обезьянка прыгает. Как эта обезьянка любит прыгать. Я стою в воздухе, смотри. Нифига себе. Мэджик. Мэджик. Подставь этот момент. Может быть. Может быть, может быть. Может быть. Если вы увидите этот момент в видео, значит, он постарался. А мог и не постараться. Так, ну, давай, do something. О, еще одна ракета на Луну. У Воника Поника одни бусты. Фига себе. Там на Луне, на Луну. На первой Луне уже тюрьму построили, и потом пришлось сделать вторую Луну для того, чтобы... Там Борис. Борис животное. Да. Блин, снайпа! Блин, это печально. Уворачивайся. Это в тебя вдвоём. Я знаю. Но мне проще было того убить. Я-то сейчас... А где моя хпшка? Я её не вижу. Я тоже её не вижу. Я бессмертный кролик? Нет, у тебя есть хпшка. Никто её не видит. Глюки, баги. Какого же фига? Кто-то съел горячий Давай, чили. Давай, я верю в себя, обезьянка. Я съел горячий чили, конечно же. В меня стреляют, я съел горячий чили. Все это происходит со мной. Математика. А у меня ее нету. Давай. Воник еще жив. Воник в клетке на Луне. Не-не-не, он уже внизу у меня. Он полетел обратно в клетку на Луну. А чел пытается меня застрелить, хотя я горю. Ты видишь мои хпшки, не? Я вижу, у тебя половина хп. Так, Вонику надо ответить на математический вопрос. У меня есть лазер? Ес, еду. Ах-ха-ха. Ах ты ж! Я не успеть. Я пол жизни снял. Забыл помыть руки, вот что. Ты за это умер. Да, обычно так и бывает. Это было во время... Фига себе, я тут в нужный момент переключился на Воника. У него джетпак орёт. Так, ну-ка. У нас мартышка со снайпой. Блин, как жаль, что я тебя не убил, ты мартышка. Рейнин такос. Прям out of the sky. Такос. Молнии дозвай. Just open your mouth. And close your eyes. It's raining tacos. Есть. И кто? Поехали. Воник выиграл. Есть. Ах, ладно. Ты Воник. Классно, красавчик, молодец, что выиграл. На этом мы будем сегодняшнюю серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.